Я против сетевого маркетинга. Так говорят 9 из 10 человек, когда узнают, что эфирные масла Дотеро можно купить только таким способом. Точно так же говорила и я, когда мне впервые предложили купить набор эфирных масел Дотеро и попробовать их в жизни. Я тогда отказалась. Именно по этой причине. Потому что я была против сетевого маркетинга как формы продаж. Почему я тогда отказалась? Потому что у меня был негативный опыт, основанный на собственной неудачной практике и на том общепринятом мнении, которое сформировалось из-за неправильной или не совсем правильной политики продаж где-то в 80-е, 90-е плюс годы. Я не стала углубляться в продукт, только потому, что он продается путем сетевого маркетинга, этот продукт проходил мимо меня. Но однажды все изменилось. Я стала свидетелем нескольких историй, когда эфирные масла Дотеро подействовали на людей каким-то удивительным образом, и результат от воздействия эфирных масел был просто потрясающим. И тогда я сказала: нет, я все-таки должна это попробовать, несмотря на то, что они продаются методом сетевого маркетинга. Я купила свой первый набор эфирных масел Дотеро и начала его использовать. И буквально в первые дни, как только я начала применять разные масла к разным ситуациям в своей жизни, стали происходить какие-то удивительные вещи. Когда я по неосторожности выпила холодной воды после жирной пищи, у меня сильно скрутило желудок. Был такой мощный спазм, что от боли я не могла разогнуться. Я сидела на диване в такой позе, но при этом нам нужно было бежать на вокзал, потому что мы собирались ехать в путешествие. И я подумала, что сейчас наше путешествие под угрозой. Мы так долго его ждали, так долго готовились, и я просто не могу разогнуться, я не могу встать с дивана. И тогда я вспомнила, у меня же есть пищеварительная эфирная смесь. Я достала флакон эфирной смеси Digestzen и одну каплю капнула в стакан воды. Пока я пила эту воду, буквально в течение одной минуты я почувствовала, что спазм уходит. Здесь все расслабилось, боль исчезла. Я спокойно вздохнула, выпрямилась и встала. Я поняла, что боли больше нет, и что мы можем отправляться в наше путешествие. И в тот момент, когда желудочный спазм меня покинул, мне было все равно, каким образом я купила этот набор. Сетевой маркетинг или не сетевой. Главное, что боль исчезла. Прошло совсем немного времени, и нам с мужем посчастливилось познакомиться со следующим маслом из этой коллекции, с эфирной смесью OnGuard. Мы ехали в поезде и подхватили вирус. Тот самый вирус, как мы теперь думаем. Когда мы приехали домой, мы были в ужасном состоянии. И первое, что мы сделали, мы приняли противовирусную смесь OnGuard. И мы принимали ее несколько раз в день. Одна капля на ложку меда. Запивали это теплым травяным чаем. И буквально на следующий день мы уже почувствовали, что угроза миновала. Еще сохранялась некоторая слабость. Мы дома, мы в постельном режиме, мы в нерабочем состоянии, но при этом мы не чувствовали, что находимся в таком состоянии, что нужно вызывать скорую помощь или ложиться в госпиталь. Это был еще один штрих, который подчеркнул, что эфирное масло – это работающий продукт, и при этом совершенно не обязательно знать, каким именно способом он был куплен. Главное, что масло сработало. Прошло еще немного времени, мы получали все новый и новый опыт с эфирными маслами, и я научилась очень здорово и быстро снимать головную боль с помощью эфирного масла мяты перечной. Достаточно было нанести одну каплю на виски, подышать с ладоней, и головная боль тут же отступала. Прошло еще некоторое время, в течение которого мы использовали эфирную смесь Deep Blue для решения проблем с опорно-двигательным аппаратом. И незаметно для нас мы вдруг обнаружили, что у мужа перестали болеть колени, которые болели в течение многих лет. Перестал выворачивать от боли фаланги суставы пальцев, с которыми он тоже мучился уже на протяжении
долгих лет, работая физически много, как мужчина. И мы поняли, что мы совершили еще одно открытие. Мы перестали испытывать проблемы с опорно-двигательным аппаратом, и все это благодаря эфирной смеси Диблу. Мы были просто влюблены в эфирные масла, и мы использовали их по полной программе. Прошел год применения эфирных масел Дотера, и самое удивительное, потрясающее и шокирующее для нас открытие мы совершили, когда стали использовать эфирную смесь Бриз из этого набора для лечения бронхиальной астмы. Сейчас это кажется невероятным, но мы вылечили бронхиальную астму. Да, то самое заболевание, которое врачи признают неизлечимым, когда людей просто пожизненно сажают на лекарства, на гормональную терапию и убеждают нас, что бронхиальная астма – это хроническое заболевание, которое не лечится, мы, тем не менее, избавились и от лекарств, и от приступов удушья. И все это благодаря эфирной смеси Бриз и еще нескольким маслам, которые мы использовали для дыхательного протокола. Когда мы с моим супругом поняли, что победили такое страшное заболевание, как бронхиальная астма, нам уже не то чтобы было все равно, каким способом мы купили именно этот набор. Мы, наоборот, были очень благодарны именно сетевому маркетингу за то, что он познакомил нас с этим чудесным, волшебным набором помощников для здоровья. И более того, мы прониклись огромным уважением и любовью к этому виду продаж. Почему так? Сейчас я часто получаю сообщения такого плана: зачем покупать эфирные масла через регистрацию в Дотера, если можно пойти и свободно купить на Wildberries или Озон. У меня есть три железных аргумента против покупки эфирных масел Дотера на таких торговых площадках, как Wildberries и Озон. Во-первых, продажа эфирных масел на маркетплейсах не вписывается в политику Дотера, а мы, официальные wellness-консультанты, не хотим работать вразрез с политикой той компании, которая нас щедро вознаграждает за то, что мы несем информацию об эфирных маслах в люди. Второй железный аргумент – это то, что иногда происходит в случае подмешивания масел. Это трудно обнаружить, когда вы открываете флакон, оттуда все равно пахнет эфирным маслом. Но вы не можете на глаз или на нюх или на вкус определить, есть там подмешивание или нет. Туда просто могут быть подмешаны другие масла, может быть более дешевые, либо базовое масло. Вы этого не узнаете, но при этом нарушается чистота продукта, а на самом деле чистота продукта и его стопроцентная натуральность – это как раз кредо политики Дотера. И третий железный аргумент, но я бы его поставила на первое место, это то, что когда человек покупает эфирное масло на Wildberries, например, то на этом все и заканчивается. Купил человек масло на Wildberries, получил его, принес домой, и что дальше? Как им пользоваться? Каким способом применять? Как часто? Какой дозировки? Как долго? Какие пропорции для ребенка? Какие для взрослого? Какие меры предосторожности? Ничего этого человек не узнает, если он купил масло на Wildberries, потому что у него нет консультанта, потому что у него нет сопровождающей литературы, потому что у него нет подушки безопасности, которую он может иметь в виде постоянной поддержки консультанта, если он регистрируется именно у wellness-консультанта официально через сайт Дотера. Когда я зарегистрировалась в Дотера и стала пользоваться своим набором, я около 3 месяцев просто висела на ушах у своего наставника, у того человека, который познакомил меня с эфирными маслами. И я постоянно спрашивала, а как применять это масло? А что мне делать при насморке? А в каких пропорциях мне развести для моей пожилой мамы? Причем спрашивала я по нескольку раз, потому что я боялась что-то перепутать, что-то сделать не так.
боялась себе навредить. И вот на этой своей неуверенности я постоянно по нескольку раз в день писала и писала в WhatsApp моей наставнице и все время спрашивала, спрашивала. И у нее хватало терпения отвечать мне на мои вопросы, на мои одинаковые вопросы. Она каждый раз отвечала. И я собирала эту информацию, собирала в папки, записывала в тетрадь, делала себе такой своеобразный архив на моем компьютере. И постепенно у меня собралась очень большая коллекция материала и по разным заболеваниям, и по разным эфирным маслам. Ведь это только в наборе 10 масел. Но на самом деле у Дотерра очень много масел, и каждое масло имеет огромный спектр направлений применения в жизни. Это древняя наука, ароматерапия. И, конечно, чтобы изучить ее всю досконально, потребуется слишком много времени, а может быть даже и вообще не хватит времени жизни, потому что ароматерапия уходит глубоко корнями в прошлое. И, конечно, знаний накоплено много за это время. Но чтобы получать хотя бы базовые знания по самым необходимым и самым популярным маслам, для этого как раз и нужен консультант. Когда человек приходит ко мне в мою структуру по регистрации через мою ссылку и получает свой первый набор, он не остается в одиночестве. Он обязательно получает помощь от меня или от куратора в моей структуре. Ему объясняют, как войти в личный кабинет, как сделать заказ, как сделать заказ выгоднее, как применить то или другое масло. Кроме того, человек входит в чат поддержки в Telegram и может задавать там любые вопросы, которые возникают у него в жизни или по отношению к себе, к своим детям, родственникам, родителям. И он всегда может получать быстрые ответы, как применить то или иное масло из набора, чтобы помочь себе и своим близким. Теперь, когда вы узнали, в чем состоит большая разница между покупкой эфирных масел Дотерра через wellness-консультанта, через регистрацию Дотерра или через заказ на Marketplace, вы сделаете свой вывод, а действительно ли вы против сетевого маркетинга, или, попробовав впервые этот продукт и получив от него пользу, вы, может быть, все-таки измените свое мнение относительно этой формы продаж, как когда-то изменила и я. Что нужно сделать теперь по итогу просмотра этого видео? Надо просто получить свой первый набор эфирных масел Дотерра, но не на Wildberries, не на Озон, а через регистрацию по моей ссылке, которую вы найдете внизу под этим видео. Заказав свой первый набор эфирных масел Дотерра по моей регистрационной ссылке, вы не только войдете в чат поддержки Telegram, но и получите полный протокол на 3 месяца с применением эфирных масел согласно ваших диагнозов. Я думаю, что на Wildberries такого протокола вам никто не составит.